Чтобы понять южный колорит, нужно обязательно прийти на рынок, что мы и сделали. Пастила 80 рублей. Угу. Да. Проверяем гостеприимство крымчан. Как они реагируют на это, когда к ним гости приезжают? 500 рублей, 300 рублей и 400 рублей есть. Финики 150, курага 300, 350, 350. Девушка, это моя собственность. Кто вам разрешает? К вам снимать? Домой можно прийти? Я же не к вам. Нет, домой пришла. Кто вам разрешает снимать? Закон. Какой закон? Он запрещает как раз это делать. Вот они выключили, ложите, потом ходите и снимайте, делайте съемку. Хорошо, 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 так и сделаем. 500 рублей стаканчик. Видео запрещено без разрешения руководства рынка. Хорошо, в следующий раз буду знать. Снимайте мне. Разрешение спросили. Надо спрашивать разрешение. Ну-ка, пошла вон отсюда. Гостеприимство жителей местных. К ним люди приезжают, деньги привозят их, а они как воспринимают? И она на меня набросилась просто. Они боятся. Они просто считают, что мама, что-то делать не. Мама, я хочу сказать так. А? Мы всегда говорим так. Когда человеку нечего скрывать, он этого не боится. Значит, у них что-то не в порядке, если они реагируют как-то вот неадекватно. Человек, которому нечего скрывать, никогда не будет кидываться на камеру, махать руками, пытаться ее сбить. Это уже просто неадекватно. Вот именно на рынках всегда показывается гостеприимство, что вот как встречают реально местные жители приезжих. Конечно, ты пришел им сюда деньги отдавать, а они еще как хамло ведутся. Мы хотели купить фрукты, овощи для того, чтобы как бы покушать, да, мы же не просто пришли на рынок. Соответственно, хотели пройтись, посмотреть, какие цены. И после этого каким образом, вот какое отношение сейчас мне к ним? Я не захочу у них ничего покупать, потому что они на меня набросились. А я хотела, может, пройтись, посмотреть, что-то сделать, какой-то, проанализировать. Может быть, по ценам, потому что, как бы, если я здесь приехала отдыхать, я снимаю жилье, извини, цена-то не маленькая, кусается цена. А если я захочу здесь пожить 10 дней, плюс еще нужно покушать, купить. Конечно, я пришла на рынок посмотреть. На рынках люди думают, что им чем-то обязаны. Понимаешь? Такое, как бы, отношение. Наоборот, завлекать своих покупателей, располагать, чтобы человек к тебе вернулся. Один раз пришел, ему понравилось, как ты себя, как ты обслужил. Ну, ты же правильно, это же получается, что ты продал, это как... Неприятно, осадочек, конечно. После посещения этого рынка у меня остался осадок о том, что на меня просто набросились продавцы. Они стали оскорблять, они стали махать руками. В общем, я не знаю, видимо, чего-то боятся.